bileklik planımı öğrenmem lazım. Bugün en azından bir dileğin gerçek oluyor. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Дилан и Сабиха собираются вместе. Что случилось с Гулем? Узнает ли Баран, что именно госпожа Азади заставила Гуля жениться? Что произойдет между Диланом и Бараном? Узнает ли Сабиха, что браслет принадлежит Дилану? Какое желание Дилана, по словам Барана, сбылось? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы брак Дилана и Барана продолжался счастливо, если окажется, что Сабиха – мать Дилана, и если вы хотите, чтобы эта тоска закончилась, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь! Бэрон продолжает свои исследования по воссоединению Дилана с его матерью и никогда не останавливается. Наконец они узнают, что его мать живет в Стамбуле, и когда он рассказывает об этом Дилану, в глазах Дилана загораются огни. Дилан, охваченный тоской и тоской по матери, очень близок к воссоединению со своей матерью. Как и обещал Бэрон Дилан, он уделяет много времени выполнению этой цели. С другой стороны, Дилан знает, что Гуль безумно любит Ферата. Ее внезапное желание выйти замуж за Салиха вызывает все подозрения Дилана. Когда они приходят просить розу, происходит следующее: Гуль не может больше терпеть эту боль и пытки, а когда она выходит в сад вздремнуть, она заболевает и падает на землю. К счастью, Ферат увидит его на земле и немедленно отвезет в больницу. А Баран, Дилан, Кудрет Бей и Джихан придут и поддержат Ферата, который считает себя виновником всего этого. Никого из них не волнует, что говорят и делают Азади Ханем и Хасан. Когда Ферат получит такую большую поддержку, госпожа Кадер захочет, чтобы ее дочь была с Фератом ради ее счастья. В результате госпожа Кадер хочет, чтобы Гуль женился на том, с кем бьется ее сердце, и был счастлив. Из-за советов, данных Диланом, он подумает, что человеком, который заставил Баран Гуля, была его бабушка Азади Ханем, и пойдет за ним. Когда он угрожает Гулю и Кадеру, он внезапно войдет в комнату, отругает ее, скажет, что не имеет такого права, и попросит Ферата и Гуля уйти от него. Как мы и хотели, Бэрон и Дилан, их наполненные любовью романтические сцены продолжают увеличиваться. Дилбар теперь смелее выражает свою любовь и привязанность друг к другу. И мы хотим увидеть ребенка, который станет плодом любви нашей пары. Теперь Сабиха ближе к поиску Дилана, потому что у нее больше улик, которые могут быть основаны на правде, чем у Барана и Дилана, которых она знает. Госпожа Сабиха отправится к Дилану под предлогом посещения его и попытается узнать, принадлежит ли браслет ему. Когда Дилан скажет, что браслет принадлежит ей, все части постепенно встанут на свои места. Госпожа Сабиха скажет Дилану, что у моей дочери тоже был такой браслет. Связи Сабихи станут еще крепче, когда Дилан, кажется, немного расскажет о событиях, связанных с его матерью. Однако Дилан не может сказать, что звонил матери, поскольку боится, что его семья попадет в сложную ситуацию. Дилан много раз говорил, что ему интересно, как поживают его родители. Бэрон найдет фотографию отца Дилана и покажет ему. Дилан будет очень взволнована, когда увидит своего отца, а Бэрон будет ее утешать. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.